Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова, как и всегда, мы с вами разбираем фундаментальную картину, новости, статистику дня минувшего. Анализируем, как эти события повлияли на наш традиционный набор активов, которыми мы спекулируем изо дня в день, из недели в неделю. Ну и также обозначаем события грядущие, которые на повестке торговой сессии, вот те отчеты, которые будут опубликованы в предстоящие часы. Надеюсь, то, что те из вас, кто следит за фундаментом и обращает на него достаточно много внимания, уже смогли ознакомиться с повесткой, опять же, нашей текущей торговой сессии и лично уже выбрали для себя те отчеты, которые представляют наибольший интерес. Если не сделали это, ничего страшного, друзья, я, как и всегда, пробегусь по тем отчетам, которые впереди, и, безусловно, сделаю акцент на самые важные из них и попробую традиционно разобрать, каким последствиям они могут привести в динамике активов. Сегодня мы, как и всегда, продолжаем следить за долларом. Возможно, для американской валюты сегодня будет переломная торговая сессия, потому что мы не можем до сих пор побороть, как трейдеры, покупатели этого валютного актива, негатив, связанный с переносом, потенциальным пока что переносом срока реализации налоговой реформы. Почему-то медведи, которые, разумеется, ставят на ослабление курса доллара, абсолютно уверены в том, что проект налогового преобразования, именно снижение корпоративных налогов, налогов для физических лиц, будет принят в редакции именно Сенатского комитета республиканцев. То есть по их версии этого документа все преобразования вступят в силу только в 2019 году. При этом забывает то, что есть еще и палата представителей, и те лоббисты, республиканцы, выступающие за необходимость скорой реализации этой налоговой реформы, они уже отмечают другие сроки, более ранние, и, соответственно, сроки, которые могут изменить настроение в отношении доллара. Тема эта, безусловно, остается основной, но до тех пор, пока у нас нет дополнительных новостей, мы вынуждены переключать свое внимание на другие потенциальные драйверы, которые могут привести тоже в движение доллар. И этими драйверами является статистика. Сегодня у нас на повестке сразу два очень важных, я бы даже сказал, крайне крутых отчета. Это розничные продажи и индекс потребительских цен. В целом эти данные характеризуют сектор потребителей. По розничным продажам мы сможем сделать вывод о том, насколько активны потребители, ну и, в принципе, по индексу потребительских цен у нас будут уже вводные о том, есть ли перспективы и возможности для сохранения показателей на тех уровнях, которые мы сейчас увидим, либо что-то произойдет в сломе именно трендовых статистических данных. Я думаю, что те, кто знают мое отношение к доллару, уже наверняка могут наперед сказать то, что от этих отчетов я ожидаю сегодня хороших цифр. Ну, во-первых, потому что я опираюсь на ту картину, которую мы с вами анализируем, прослеживаем и разбираем по штатам вот из недели в неделю, из месяца в месяц. И эта картина, особенно в свете последних данных по национальному рынку труда, ну, на другое настраивать не может, кроме как на ожидание сильных отчетов. Потому что если мы говорим о прогрессе в секторе рынка труда, если мы говорим с вами о все еще высоких показателях роста заработных плат, конечно же, логично предположить, что больше денег будет идти на потребление, больше денег будет тратиться, и более лучшие показатели мы должны наблюдать по розничным продажам. Соответственно, чем выше активность, тем больше ценовое давление, тем выше инфляция. Поэтому, забегая вперед, сразу хочу отметить, друзья, то, что сегодня по доллару я жду определенных
изменений в рыночных настроениях. Сейчас, кстати, пара доллар японская иена торгуется на отметке 113.14. Нельзя сказать то, что распродажи какие-то сокрушительные. Это распродажи, которые сигнализируют о явном отказе от интереса к доллару, явно меняют что-то в позиционировании трейдеров и убедили быков, собственно, присоединиться к продавцам. Нет, мы с локальных максимумов потеряли не так уж и много. И напротив, то, что держится еще планка 113, мы не оказались выше 114, вот этот диапазон 100 пунктов, это как раз тот самый диапазон, когда нужно либо оставаться стойким и приверженцем своего прежнего фундаментального анализа, либо нужно уже менять свой подход и свое видение перспектив доллара. Друзья, поскольку мы с вами все-таки исходим из долгосрочного анализа, я надеюсь, то, что вы разделяете схожую моей позицию, и эта позиция не только моя. Поверьте, очень много сейчас трейдеров верит в возможности роста доллара, потому что время неумолимо движется вперед. Когда-то мы с вами говорили в формате «не очень». Скорая перспектива обозначает декабрь, вы понимаете, то сегодня у нас на календаре 15 ноября уже, совсем скоро декабрьское заседание ФРС, и вероятность повышения процентной ставки крайне высока. А чтобы уж закончить, давайте с долларом, давайте пробежимся все-таки по релизам прошлого дня, тем более, что у нас в центре внимания был отчет по индексу цен производителей. В частности, если кто-то не знал, я хочу сделать акцент на то, что этот отчет тоже важен для определения и понимания общей статистической картины. Почему? Потому что индекс цен производителей – это тоже одна из основных компонентов общего показателя инфляции. Поэтому в случае, если растут цены производителей, значит, есть и сигнал для будущего роста и индекса потребительских цен. Так вот, говоря про вчерашние отчеты, 2,8% в годовом выражении – это максимальное значение с февраля 2012 года, то есть мы работаем с вами с максимумом за последние 5 лет. В месячном выражении тоже хорошее значение, 0,4%. Вчера параллельно еще выступала Джанет Йеллен, которая пока что является еще председателем американского регулятора. Вы помните, что в феврале ее сменит уже Джером Пауэлл, но мы уже знаем, если что-то интересного не произойдет уже ближе к этой дате и последствия. Джером Пауэлл — это, в принципе, сторонник тоже жесткой монетарной политики, и нам не придется перестраиваться под какой-то другой режим монетарной политики. То есть они должны быть взаимодополняющими представителями ФРС, то есть как и работали раньше с определенным вектором ожиданий количества, опять же, раз повышение ставки в 2018 году, с этими ожиданиями мы и будем работать. То есть переход должен пройти мягко. Тем более, если, опять же, вспомнить про и обратить внимание на то, что было подчеркнуто Джанет Йеллен в ходе вчерашней торговой сессии, стоит повторить лишь то, что американский регулятор остается последовательным в своих действиях. Конечно же, ФРС не хочет провоцировать ненужную и крайне рискованную волатильность на финансовых площадках. Ну, я думаю, друзья, то, что вы можете прикинуть, какие выводы стоило сделать из этой риторики. То, что ФРС раз последователен, значит, готовили нас к повышению ставки в декабре, значит, ставку повысить. Потому что если этого решения не будет, конечно же, рынок будет крайне разочарован, а разочарован рынок — это резкий всплеск волатильности. Вот как раз этой волатильности ФРС сейчас и будет избегать, поэтому я считаю, что повышение ставки в декабре — это фактически решенный вопрос. И если сегодня от этих отчетов, от розничных продаж и индекса потребительских цен мы с вами получим соответствующую и нужную отдачу, тогда можно будет говорить и про рост вероятности того, что ставка по федеральным фондам будет снова повышена. И это, конечно же, потенциальный стимул и драйвер для роста доллара. Если вы торгуете сейчас парой доллара японская иена, либо против
точнее американцам против других активов, и вас интересует, что произойдет с долларом, но вы, к примеру, руководствуетесь сейчас какими-то отдельными сигналами технического анализа и видите то, что доллар сохраняет потенциал для еще большего снижения, сегодня нужно быть вам крайне бдительными, потому что фундамент может в корне изменить текущее движение и заставить в том числе и вас изменить свое представление о том, где, к примеру, доллар и японская иена завершит 2017 год. Я думаю, то, что мы закрепимся и на отметке 114.50 и будем использовать это пока что еще сопротивление как новую поддержку для более высоких ценовых значений под занавес этого года. Ну, по доллару, я думаю, что все ясно. Давайте теперь перейдем к нефтянке. Нефть. Хорошо, что сейчас на нашей стороне, на стороне продавцов, потому что после обновления максимума чуть больше, чем за 2 года, которые мы наблюдали в начале прошлой недели, все-таки нефтянка корректируется, потому что здравый смысл начинает преобладать, и участники рынка получают все больше и больше сигналов, указывающих на то, что очень рано еще полагаться на эффективность действий ОПЕК по снижению избыточного предложения. Потому что, как и всегда, есть вводные, в данном случае все вводные у нас проходят под эгидой Соединенных Штатов Америки и роста сланцевой активности, которые снижают эффективность этих мер со стороны регионов ближневосточного картеля. Вчера нашему вниманию был представлен доклад Международного энергетического агентства, и с учетом того, что мы наблюдали существенный распродаж, я думаю, то, что вы уже можете прикинуть, что нам довелось услышать от данного ведомства. Согласно оценке Международного энергетического агентства, спрос до конца этого года продолжит снижаться, и Международное энергетическое агентство полагает то, что нужно уже отталкиваться от более скромных показателей спроса даже на 2018 год. Вот согласитесь, какой мощный контраст с докладом ОПЕК, который был опубликован буквально до этого. ОПЕК нас заверяли, что спрос на нефтянку будет расти. И более того, по версии ОПЕК, рынок нефти на текущий момент уже находится в состоянии дефицитности предложения. Ну, мне кажется, что это уж совсем глупость, потому что оценка тех отчетов и статистики, которую мы с вами проводим, сигнализирует совершенно об обратном. Мы ни о каком дефиците сейчас речи и быть не может. По крайней мере, если и так, то накопленные мировые запасы, они настолько существенные, что в целом все равно усиливают вот эту медвежью картину, поскольку, как вы помните, больше чем на несколько сотен миллионов баррелей превосходит ту среднюю цифру, с которой мы работали в последние 5 лет. И эту нефтянку нужно куда-то девать. Без соответствующего спроса со стороны мировой экономики, о слабом спросе мы делали вывод по крайне сейчас удручающему положению Китая. Вспомните последние релизы и по инвестициям, и по промышленному производству, и ВВП, я думаю, что будет слабее уже к концу 2017 года. О высоких показателях спроса пока что тоже говорить не приходится. ОПЕК, безусловно, пытался, может быть, преувеличить картину, преувеличить значимость тех действий, которые были лично ими предприняты для того, чтобы повлиять на ситуацию на рынке черного золота. Но рынок особо не поверил их ни оценке текущей действительности, ни, скажем, расплылся в чрезмерном оптимизме по поводу того, что ОПЕК ожидает роста спроса на нефть, а больше обратил внимание на оценку, скажем, максимально объективного, беспристрастного и непредвзятого ведомства. Я считаю то, что Международное энергетическое агентство, оно по праву таким и является. Так вот, спрос на нефть будет меньше на 100 тысяч баррелей под занавес 2017 года, и примерно с такой же цифрой по спаду мы будем работать и в начале 2018 года. А плюс ко всему, то, что мы сейчас видим по активности американских производителей, позволило Международному энергетическому агентству сделать заявление о том, что США при сохранении, опять же, таких темпов добычи, при поддержание вот этого сланцевого бума, при дальнейших темпах наращивания производства будут уже бороться за первое
место за лидерство по объему добычи и, в принципе, легко могут обогнать даже и Саудовскую Аравию, и Россию. Тем более, что вы помните последние цифры, о которых мы говорили, это объемы добычи в 9,62 миллиона баррелей в сутки. При сохранении темпов еженедельного прироста там, 30-40 тысяч, они действительно смогут выйти на 10 миллионов по добыче уже в первом квартале 2018 года. Поэтому сейчас, друзья, все-таки Штаты остаются основной идеей торговли на рынке черного золота. Участники рынка на протяжении последних двух недель получают сигналы о том, что производство набирает обороты. Мы, кстати, сегодня будем следить за статистикой по запасам нефти, посмотрим как раз и за показателем того, сколько нефти было добыто две недели назад. Соответственно, есть ли у нас какие-то дополнительные вводные, рассчитывать на то, что производство нефти могло вырасти? Конечно же, есть. Это отчет Baker Hughes, который вышел в пятницу, когда количество терминалов увеличилось на 9 единиц, а значит, производство тоже могло вырасти. И плюс ко всему, вчера вечером в 23:30 по московскому времени вышел отчет Американского института нефти, который сообщил о том, что запасы, собственно, нефти резко выросли на 6,5 миллионов баррелей, если сегодня хотя бы, ну, пусть не в сопоставимых размерах, но просто у нас будет возможность поработать и с официальным релизом, но со знаком плюс, то давление на нефть будет усилено в разы, и мы точно с вами доберемся до поддержки в $60 за баррель. Вот с этим фундаментом, друзья, я и предлагаю работать. Рубль достиг нашей с вами цели 60, останавливаться не собирается. 60.33 сейчас актуальные котировки. Если уж прикинуть, что нефтянка еще потеряет больше 5, может быть даже 10% в перспективе уже оставшихся полутора месяцев 2017 года, тогда рубль будет уже претендовать на сопротивление 62-63. Согласитесь, то, что такие цели, которых мы уже с вами достигли, они были изначально достойны того, чтобы подождать. Я надеюсь, то, что мне удалось тогда, еще полгода назад, убедить вас в том, что мы непременно движемся к этой цели. Надеюсь, то, что аргументы позволили вам перевести, к примеру, рублевую ликвидность в иностранную валюту, потому что прибыль, она действительно оказалась очень даже ничего. Евро против доллара вчера пользовался поддержкой как раз слабого доллара. Доллар пока что не может найти нужный драйвер для роста. Мы говорили об этом в начале брифинга, но этот драйвер обещает появиться сегодня в 16:30 по московскому времени, поэтому не стоит сейчас всецело полагаться на то, что ралли по евро может быть продолжено. Но признаюсь также, что европейская валюта вчера выиграла еще и от сильных данных по Германии, потому что в квартальном выражении у нас был прирост на 0,8 с прошлых 0,6%. И на фоне слабого доллара еще и поддержка со стороны национальной статистики, это то, что и стало причиной того роста, который мы наблюдали, и сейчас евро, по сути, находится на планке в 1,18. Сегодня из событий по еврозоне стоит отметить выступление Питера Пратта, экономиста Европейского центрального банка. Не знаю, насколько он будет влиятельным для курса европейской валюты, но я могу предположить то, что его риторика будет посвящена исключительно важности экономических стимулов. Соответственно, для евро, если главный валютный риск захочет отреагировать на этот сигнал, конечно же, на снижение. Фунт против доллара – это, безусловно, один из самых интересных, ну, по крайней мере, с точки зрения событий, важных внутри дня активов вчерашней торговой сессии, потому что вчера мы следили за данными по инфляции. В годовом выражении значение, как и в прошлом месяце, 3%, это все равно максимум за последние 5 лет. Базовая инфляция осталась на тоже очень высоком значении 2,7% в месячном. Эквивалент индекс потребительских цен прибавил на целых 0,1%. Что значит 3% в годовом выражении? Это значит очень много для тех действий, которые будут в дальнейшем предприниматься Банком Англии, потому что 3% это на процент больше, чем цели, которых придерживался Банк Англии, 2% по индексу потребительского, то есть по уровню инфляции. Соответственно, чтобы
попытаться повлиять на ситуацию и ограничить, снизить, минимизировать негативный эффект для активности потребителей. Нужно что-то делать с курсом национальной валюты, нужно что-то делать с фунтом. И я надеюсь, что рынок все-таки смирится с этой идеей. И если это так, то Банк Англии будет дальше травить, скажем, сообщениями участников рынка о том, что вероятность повышения процентной ставки сохраняется. То есть Банк Англии теперь руководствуется вектором более жесткого монетарного режима. Для национальной валюты это, безусловно, поддержка, но пока что эта поддержка не очень-то проявляет себя в курсе. Мы находимся очень давно уже в явном боковике по паре фунт-доллар. Сейчас у нас котировки 1.3140. Вчера мы были ниже и выше этого рубежа. Тоже рынку нужен дополнительный сигнал и триггер. Вот сегодня еще один блок важных отчетов, кстати, это статистика, которая выйдет раньше, чем данные по США, это рынок труда Англии. И здесь нужно обратить внимание на динамику заработных плат, включая премии. Соответственно, друзья, если у нас будет снижение этого показателя, тогда мы тут же сможем сравнить крайне низкие темпы роста заработных плат по сравнению с 3% по инфляции. И это нужно будет расценивать не в качестве негативного сигнала для национальной валюты, а в качестве, напротив, потенциального источника роста, потому что, опять же, возвращаемся к идее, нужно исправлять ситуацию монетарным властям, и лучше это делать через рост, потенциальный рост процентных ставок. То есть, может быть, мы заходим к анализу фундамента несколько витиевато, но все-таки здесь предсказуемость, она и логичность, я думаю, что не так очевидна по реакции. И даже в слабой, казалось бы, статистике сейчас нужно думать наперед, рассчитывать те действия, которые станут следствием, как бы, противодействия на эту статистику со стороны Банка Англии, а это действия, которые могут быть связаны с изменением, опять же, ставок. Поэтому я сохраняю длинную позицию по фунту, как это делалось и раньше. Пока что у нас есть еще ожидание, что фунт может прибавить еще сильнее. И цель, как вы помните, ранее была озвучена, это отметка 1.34. Ну и еще, друзья, хочу отметить австралийца, который сегодня потерял уже больше 50 пунктов на азиатской сессии. Это реакция австралийца на статистику по индексу заработных плат. Очень сильно не дотянули до прогноза. 2% против ожидаемой цифры в 2,2%. Выводы, которые сделал рынок, то, что на фоне таких данных, снова мы вспоминаем низкие значения инфляции, и я посмотрел сегодня на ожидания по росту процентных ставок. Если раньше были, опять же, мнение, то, что Резервный банк Австралии может вернуться к идее ужесточения монетарной политики в первом квартале 2018 года, то сейчас уже после выхода статистики по индексу заработных плат ожидания едут аж на август 2018 года. Я думаю, то, что в 2018 году, если мы действительно и дождемся, что Резервный банк Австралии тоже присоединится к прочим регуляторам, которые уже встали на тропу более жесткого монетарного режима, это будет не раньше конца 2018 года. То есть времени еще очень много, друзья. Это время, которое нужно использовать для большего пресса на курс австралийца. Котировки сейчас у нас 0.7585. Ждем 0.75 и начинаем уже, возможно, фиксировать результаты затяжных коротких позиций. Тем более, что профит будет уже крайне солидным. Новозеландец тоже снижается 0.6872. Правда, темпы не такие активные, как по австралийцу. Ну, по новозеландцу тоже будут отчеты, которые, я думаю, по эффекту совпадут со статистикой по Австралии. Поэтому мы с вами, новозеландцы, ждем на отметке 0.68. На этом, собственно, все по релизам важным. Не забывайте, что сначала в 12.30, через 2,5 часа, мы с вами ждем данные по рынку труда Англии, готовимся покупать фунты, если не произойдет чего-то снова крайне интересного и непредсказуемого. В 16.30, это статистика по Штатам, и замыкать день будут еще запасы нефти. В 18.30 от этого релиза мы ждем прироста нефти, ну или, по крайней мере, увеличения объемов добычи за прошлую неделю в США. И, соответственно, ждем, что котировки по Бренту смогут все-таки добраться до поддержки в $60 за баррель. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Спасибо тем, кто присоединился
к нашему брифингу в прямом эфире через приложение Перископ, которое вы все можете поставить в мобильное устройство. Спасибо тем, кто просматривает запись на канале на YouTube. Не забывайте пользоваться возможностью оставлять комментарии, вопросы по теме, связанной с торговлей, то, что вас интересует, я с удовольствием на них отвечу. Не забывайте ставить также лайки, большие пальцы снова, как и всегда. Не устаю повторять слова благодарности тем, кто это делает. Хорошей вам торговой сессии, друзья. Увидимся завтра снова, как и всегда, в 9:30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.